И я помню, что это было очень легко. Это был на самом деле очень такой важный момент в моей жизни. И я уверен, что я никогда не пожалею о своем решении. Этот человек, по которому я скучаю, который по мне скучает, он, если она захочет, она будет возле меня. И она захотела. Анастасия, я клянусь всегда быть твоей опорой во всех твоих начинаниях, продолжениях, во всех бедах и радостях. Я клянусь, что буду любить себя. Безумно. Я считаю, что все эти 8 лет, несмотря на какие-то проблемы, препятствия, мы шли к этому моменту. И я считаю, что это судьба, что несмотря ни на что, несмотря на 15 тысяч километров, какие-то другие проблемы, что мы здесь вместе. И вот я клянусь, что я буду опорой, поддерживать и не предать. Властью, данной мне американской церковью, объявляю вас мужем и женой. Жених может поцеловать невесту. Знаешь, хочу через 10 лет, чтобы я, как и сейчас, каждое утро готовил ей кофе в постель. 2 ложки кофе и 2,5 сахара. Мы счастливы? Абсолютно. Настя — это мой человек. Это моя жена.